Сижу, курю. Подъезжает другой американец. Ну, тоже спрашивает меня, какая сигара, я ему объясняю. Он слышит акцент мой. Спрашивает, а ты какой национальности? Я говорю, я русский. Реакция уникальная. Он шлет мне воздушный поцелуй и говорит, о, это супер. Может быть, это уже первая реакция на интервью Путина и Такера. Вполне возможно, потому что американцы мало что знают об Украине, России и о нас. И я думаю, что эта ситуация меняется. Она обязательно будет меняться в сторону возможности нашего сотрудничества в будущем Америки и России.